День под знаком буквы «Ч» в Чебоксарах отметили дни чувашской и российской печати. Представители СМИ всего региона собрались в Чувашском академическом драматическом театре. Это мероприятие вошло в повестку дня не только региональных, но и федеральных изданий благодаря эмоциональным высказываниям. В течение двух дней в интернете обсуждали цитату главы Чувашии о журналистах, которые позволяют себе публиковать искаженную информацию. Призывая работников пера быть аккуратнее со сведениями, которые могли бы создать напряженную обстановку в обществе, Михаил Игнатьев использовал резкий глагол. Впрочем, присутствующие в зале поняли, о чем речь. Например, о недавних событиях с обманутым священнослужителем или с введением в заблуждение жителей Синьяльского поселения. И хотя никто из участников Дня печати не принял это на свой счет, сегодня на совещании глава Чувашии счел необходимым извиниться. Я всегда очень корректно относился к журналистам, которые корректно критикуют, корректно, соответственно, подают любые статьи. А кого на самом деле за чувство задел словом «мочить», я человек с доброй душой, прошу прощения.